Сочи мероприятия проводились в два этапа. Сначала для студентов юридических факультетов сочинских вузов была проведена экскурсия по службам и подразделениям городского управления внутренних дел. Студенты ознакомились с порядком несения службы, работой дежурной части, участковых уполномоченных, инспекторов по делам несовершеннолетних, сотрудников патрульно-постовой, дорожно-патрульной службы и уголовного розыска. Экскурсию проводили руководители этих подразделений. Студентам также раздали агитационные и наглядные материалы об охране общественного порядка и обеспечению безопасности. В частности, листовка «Я народный дружинник» посвящена истории и деятельности этой общественной организации и призывает молодежь вступать в народные дружины.